В рамках проекта «Эстафета добра» журналисты, продюсеры и ведущие телеканала «Катунь-24» делают добрые дела и дарят хорошее настроение тем, кто этого совсем не ждет. Наш корреспондент Ольга Галютина навестила ребенка с ограниченными возможностями здоровья. Здравствуйте, меня зовут Ольга Галютина. Эстафета добра на телеканале «Катунь-24» продолжается. Сегодня мы приехали к 6-летнему Диме Акунькову. У мальчика серьезное заболевание ДЦП. Мы приготовили для него сюрприз. Недавно Дима с родителями вернулся из Санкт-Петербурга. В ортопедическом институте Турнера ребенку прооперировали тазобедренный сустав. Бесплатно, по квоте. Врачи уверены, это поможет ему встать на ноги. Ну а пока Диме предстоит провести в гипсе 4 месяца. И только затем начнется долгий курс реабилитации. Это потребует больших расходов. Так что семье сейчас не до подарков. Мы решили поднять Диме настроение и сделать сюрприз. Подарить книги и игрушки. Привет! Смотри, что у меня для тебя есть. Твои любимые сказки. Несмотря на серьезный диагноз, Дима оказался смышленым ребенком. У него большая тяга к знаниям и любовь к книгам. Наш подарок, говорят родители, оказался кстати. Мальчику нужно развивать не только опорно-двигательный аппарат, но и речь. Живые и полосенка. Три брата. Три брата. Одинакового роста. Одинакового роста. Голубенькие, розовые. Весной Диме предстоит еще одна операция на стопах. Врачи говорят, тогда он сможет стоять у опоры, а в дальнейшем передвигаться с помощью ходунков. И если все получится, уже в следующем году он пойдет в первый класс. Дим, ну что, поправляйся и приходи к нам в гости. Придешь? Да, приду. Отлично. Ну что ж, еще на одно доброе дело стало больше. А я передаю эстафету добра своим коллегам с радио Катунь-ФМ.